Thank you.
Браво, браво! У нас в гостях российский квартет саксофонистов. Еще раз благодарим за прекрасное исполнение, за Леонард чудесную музыку. Леонард Бернстайн, «Вестсайдская история». All the beautiful sound I ever heard. Что вы? Друзья, я представляю вам российский квартет саксофонистов. Владимир Казнов, доброе утро. Геннадий Полуяктов, Станислав Пялов, Илья Богомол. Круто, круто. Мураши от вас. Все, спасибо. Если, так, друзья, вам хочется услышать этих музыкантов вживую, то, конечно же, вы не просто обязаны посетить «Безумные дни». Впрочем, мы не гарантируем, что билеты еще есть. Их нет почти. Чуть-чуть. Все подробности, да, сейчас узнаем у руководителя департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлии Цвиль. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, есть ли еще шанс купить билеты на концерт, на концерты фестивалей? Я вчера зашел буквально. Шансы малы. Ну, я практически. Да, осталось буквально считанное количество мест на последний фестивальный день, на воскресенье. Но можно еще там что-нибудь, наверное, ну, отыскать. В саду Вайнера еще там есть на один концерт, наверное, два, на другие семь. Практически на выходе. Да. Что отличает фестиваль «Безумные дни» от других музыкальных фестивалей, помимо огромного количества выступлений в столь сжатые сроки? Но мне кажется, одна из таких основных особенностей mm-hmm. – это его доступность. Mm-hmm. Она, во-первых, выражается в программе, которую мы представляем. Это небольшие концерты по 45 минут, без всякого назидания музыковедов, только mm-hmm. музыка. Доступность выражается также в материальном, как бы, плане. Да? Ну, в цене с 2015 года мы не повышаем стоимость билетов 200 рублей, ну, за исключением там пары концертов, где mm-hmm. цена билета 500 рублей. Поэтому за 1000 рублей можно посетить 5 концертов и выстроить себе прекрасный маршрут. Мне кажется, это уникальная возможность угу. посмотреть очень много концертов. Смотрите, с 2015 года, да? С 2015, да, да. 8 лет уже проводится этот фестиваль. Как вам кажется, публика, которая посещает «Безумные дни», она как-то поменялась? Ходят одни и те же, или вот, ну, понятно. Вы знаете, что... в прошлом году мы как раз-таки проводили вот этот анализ mm-hmm. той аудитории, которая к нам приходит, и были приятно удивлены, потому что 43% из той публики, которая пришла вообще в первый раз uh-huh. и на фестиваль, и вообще, в принципе, пришла на первый раз на концерт классической музыки. Mm-hmm. Конечно, наша суперзадача, чтобы как раз-таки эти люди приходили, и для них мы придумали этот фестиваль, чтобы они прикоснулись вот путем этого фестиваля такого доступного и понятного им. К миру классической музыки. В этом году на фестиваль приедут более 600 музыкантов и привезут с собой самые разнообразные инструменты. Можете ли вы нам рассказать о них чуть подробнее? Какие-то уникальные есть инструменты? Инструменты? Нет. Но... Вот прекрасные инструменты. Это вообще, это просто, да, ребята уже не первый раз, да, на нашем фестивале. И... Да. Чему мы очень рады. И, кстати, билеты на концерт этого коллектива разлетаются в первую очередь. Понятно. Чтобы вы понимали. То есть сегодня, да, у зрителей «Утреннего экспресса» уникальная возможность посмотреть на российский квартет саксофонистов вот так вот. Да, 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 да. Хотя бы так, прикоснуться как-то. Да. Ну, например, к нам приедет Екатерина Анохина, так, из Московской филармонии, будет играть на цимбалах. О, цимбалы. Экзотичный. Да, 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 что-то mm-hmm. такое, похожее на арфу и... Гусли. На гусли, да, что-то такой какой-то собирательный образ. Затем у нас приезжает целый оркестр национальных инструментов из Башкирии. Тоже классные просто ребята, которые будут играть этномузыку. Mm-hmm. Это вот как раз-таки такое направление одной из наших фестивалей, вот это вот этника. Mm-hmm. Интересный будет еще коллектив Бубамара Brass Band. Они будут, так, играть балканскую музыку, ага, тоже на ударных и на духовых инструментов. И еще один коллектив, про который хочу сказать, это Insula Magica, который будет играть музыку из средневековья и вообще прям вот из глубины веков. Mm-hmm. Они сами изготавливают свои инструменты, там и колесная лира, и чего только нет. В общем, названий столько, и инструменты они будут менять в течение своего выступления и немножечко рассказывать о них, то есть можно будет посмотреть, послушать. Mm-hmm. Замечательно. Тема этих «Безумных дней» — «Ода ночи». Да. Почему выбрали такое название? Ну, это традиция, которая уже на протяжении многих лет сохраняется. Этот фестиваль зародился во Франции. Mm-hmm. И как раз-таки в конце февраля, начале января он уже прошел в Нанте, mm-hmm. на своей родине. И там также была тема «Ода ночи». Mm-hmm. И обычно мы всегда поддерживаем mm-hmm. вот эту тематику фестиваля французского. И, собственно, продолжаем ее в Екатеринбурге, в единственном городе России, где проходит этот фестиваль. Это очень круто. Это, да, мы гордимся нашим городом, на самом деле. Да, да, да. Фестиваль называется... «Безумные дни». Мы не можем спросить, на ваш взгляд, какое выступление будет самым безумным? Какой вот? Ну, смотря какие критерии мы себе безумства... А вот на ваш взгляд. На ваш взгляд, вот, да. Но если говорить немножечко не про классику, ну, точнее, про классику в таком более...
свободном, скажем так, исполнении стиля, это, конечно, шоу барабанщиков. Чувство ритма? Чувство ритма, да. Наши ребята знаменитые, они к вам сюда очень часто приходят. И у них будет два концерта, один в Тюзе, а другой как раз-таки в Саду Вайнера в 10 часов вечера. Это будет завтра, поэтому кто не попал, в принципе, можно прийти и там за оградочкой услышать в любом случае это безумство. Оно будет раздаваться, я думаю, на несколько кварталов нашего во города. Во сколько вечером? В 10 часов вечера. То есть не поспим, вот, друзья. Да, это такой вечерний концерт, да. А если говорить про классическую программу, то, наверное, я бы назвала седьмую симфонию Малера «Ночная песнь» в исполнении нашего ведущего коллектива Уральского филармонического оркестра. Мы, кстати, с такой опаской ставили эту симфонию, потому что она, во-первых, идет час 20, немножечко нестандартный, да, формат наших концертов. Но, как ни странно, этот концерт тоже ушел один из первых у публики, поэтому это говорит о том, что публика отлично разбирается не только в такой вот легком, в таком жанре, да, скажем так, но и все-таки Малер, в серьезной классической музыке, да. Для изысканной публики, пожалуйста. Спасибо вам большое, что этим утром пришли к нам. У нас в гостях была руководитель департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлия Цвиль и российский квартет саксофонистов. Ребята, вам аплодисменты и удачного выступления. Спасибо, было приятно.